Здравствуйте, в студии Анна Боченкова. Вы смотрите «Бизнес-панораму», все об успешных и значимых проектах 47-го региона. Российские ученые совершили настоящий прорыв в медицине и косметологии. Несколько лет назад в лаборатории компании G-Derm был создан первый прототип биокожи. Сегодня результатами открытия пользуются более 70 клиник и салонов красоты Петербурга и Ленинградской области. Подробнее в репортаже нашего корреспондента Татьяны Беляевой. Более 15 лет научная группа компании G-Derm во главе с российским ученым Рамилем Рахматуллиным занимается медицинской биоинженерией и клеточной биологией. Именно им принадлежит идея создания биокожи, особого биологического материала, способного восстанавливать дефекты тканей. G-Derm – это холдинг, который состоит из трех компаний, которые занимаются разработкой, производством и реализацией готовой продукции. Холдинг G-Derm занимается исследованием и производством в четырех основных направлениях. Первое – это медицина, второе – косметология, третье – клеточные технологии, четвертое – стоматологическое направление. Биокожа – это уникальный биотехнологический продукт, по своей структуре и биохимическому составу схожий с человеческой кожей. Она используется при лечении ожогов, язвы желудка, а также восстановлении структуры кожи после повреждений. На основе биокожи была создана профессиональная косметика G-Derm, эффект от действия которой сравним с инъекционными процедурами. В моем арсенале есть косметическая линия G-Derm Professional, разработанная российскими учеными, где используются уникальные технологии уменьшения размера молекул активных веществ. В частности, речь идет о гиалуроновой кислоте и пептидах, которые благодаря своим маленьким размерам способны проникать через кожу без повреждений. Комплексный уход улучшает естественные обменные процессы, возобновляет активность клеток кожи и запускает процесс их восстановления. Моя кожа подтянута, цвет лица улучшается, и самое главное, что этот эффект длится очень долго. Процедура на препаратах полностью исключает период реабилитации. Действие каждого из продуктов многогранно и позволяет охватить целый ряд косметологических проблем. Компания активно сотрудничает с ведущими научными центрами России и Казахстана, что позволяет проводить фундаментальные исследования для производства биологических материалов. На сегодняшний день заканчивается сертификация ЕС, и на завершающем этапе находятся переговоры о поставках продукции биокожи и других биопластических материалов в Болгарию, Грецию, Чехию и Италию. Коллектив компании насчитывает более 50 человек, а широкая сеть дистрибьюторов – это более 20 представителей в России и странах СНГ – подтверждает серьезный опыт и стабильность компании. Периодическое снижение и повышение ставок, а также постоянные обещания властей удешевить ипотеку побуждают многих отложить покупку жилья в ожидании более благоприятного момента. Однако ипотечный рынок предсказуем лишь до определенной степени. Эксперты уверены, сейчас именно то время, когда стоит вкладываться в квартиру. Почему, выяснила Юлия Ходосевич. Сегодня даже самые радикально настроенные специалисты не рискуют заговаривать о падении цен на квадратные метры. Если жилищный вопрос стоит остро или есть возможность инвестировать свои деньги, грамотный вариант – вложиться в недвижимость. Средний срок жизни кредита ипотечного около 7 лет, 5-7 лет. Хотя больше половины кредитов берется на срок 10 и более лет. Поэтому не бойтесь, берите надолго, будет возможность, Бог даст, досрочно расплатитесь. Разумные покупатели рассчитывают не на падение цен на квартиры, а на снижение ипотечных ставок. Эти цифры были и остаются главным критерием выбора для заемщика. Для таких клиентов банк «Ростфинанс» подготовил уникальную акцию. Одна из самых низких ставок по стране. Рекордные 9,7% годовых. Первый взнос – 30%. Если нет у клиента первоначального взноса, то мы даем без первоначального взноса кредит ипотечный. В этом случае ставка будет 10,5%. Также ставка очень низкая, привлекательная. И опять-таки, если сравнивать с инфляцией, то она ниже инфляции, как и в первом случае. Акция действует на всю недвижимость от компании-застройщика «Дальпетерстрой». Успеть воспользоваться выгодным предложением можно до конца октября. На границе между городской суетой и природным ландшафтом в поселке Парголово стартовала антикризисная программа застройщика «Дальпетерстрой». Заявки на квартиры уже поступают от жителей Ленинградской области, Петербурга и даже дальних регионов страны. Подробнее наш корреспондент Вера Ептышева. Парголово – зеленый район, окруженный лесом и парками. Новостройки в тихом и уютном месте по достоинству уже оценили многие.
Парголово – район, ставший привлекательным не только для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, но и для покупателей других регионов. В данный момент у нас проходит акция, 10% скидка при условии 100% оплаты по квартире. Кроме того, у нашего банка-партнера «Ростфинанс» сейчас сниженная ставка по ипотечному кредиту. То есть возможность получить на очень выгодных условиях ипотечный кредит, а именно под 9,7%. Данная акция продлится до конца октября. Вот предложение, в общем-то, пока еще действует, но стоит как бы поторопиться. Дома на последней стадии строительства. Сдача проекта – четвертый квартал 2016 года. В пешеходной доступности школа, поликлиника, детский сад и магазины. При въезде в микрорайон несколько гипермаркетов. Совсем недавно в Парголово открылся новый офис компании «Дальпетерстрой», что позволит всем заинтересованным в приобретении жилья не ехать для этого в центр Петербурга. Такова панорама бизнеса этой недели. Удачи в работе. До свидания. Такси – это Таксовичков. 333-0000. Одежда ведущих предоставлена сетью магазинов «Петербургский стиль». Стильная одежда для успешных женщин. Переезд – это Грузовичков. 404-0000.